ее открыть, нужно взять ключ на данный момент и провернуть. Вот. В дальнейшем ручка, она не предназначена здесь. Здесь она должна автоматом открываться. Получается, дверки открыты. По их всем вопросам, она, дверки должны быть закрыты. Они объясняют тем, что как бы это по правильности, она недоработана. Ну так, значит, сдавать ее в обслуживание не надо. Вот. Она без дверек открыта, то есть с дверями закрытыми должна ехать. Она едет с открытыми дверями. А это если выходить... Получается, с коляской некуда ставить. Это все нужно продемонстрировать. Это если, допустим, дверька открылась, или нечаянно подбежал ребенок, и кто-то не заметил, и он подбежал. Или котик. И он подбежал к этому оборудованию. Стопора нет, он должен быть. Хотя в другом месте стопор стоит. Любой ребенок, как мы уже сами снимали, может забежать в таком состоянии, когда он будет поднят сверху и люди выйдут, его не опустят. Сможет спокойно, как я, крутя, здесь очень легко крутится, потом, может быть, болты заржавеют. Открутить вот этот болтик и забрать его к себе. А может вообще и выбросить. Тем самым потом это... Оборудование может не сработать. Внутри она уже ржавая, что по всем документам оно не ржавейка. Даже дверки начинают ржаветь. Это мы показываем, там ножка стоит, которая может придавить, начиная от ребенка ноги, взрослого до... Также придавит любую ножку и ребенка, и взрослого, и кота, и собаку, любого животного, то бишь тем самым навредет увечит. Можно стать от этого безбарьерной среды инвалидом. Осторожно, проверяем. Конечно, это экстрим. Коляску сломаем! Коляску сломаем! Ну вообще нереально так ехать. Ломаем коляску и детей в руки. В сторону поднимать, а двое еще маленьких. Так дело в том, что если она сюда точно не влезет. Ну она не влазит, вот она мне коляску ломает. Ну вот, да. Много. Ну да, я понял. Ну ты залезешь, Лена. Так. А если мамочка, а двери закрыты. Размера, в три раза. Держитесь. Это не интересно? Осторожно. Здесь еще ноги ребенка должны быть. Вот там еще ноги ребенка. А, посмотрите, там ноги ребенка должны быть. Они не влезают. Ребенок сам по себе не влезет. Получается, да, первый. Ну, значит, его нужно по-любому на руки или отдельно. Ножки или две? Сейчас. Так давай детей посадим, ты не влезешь туда. Нет, так детей... А, ну, не надо. А что потом? Что, обратно, вот там вот, когда обратно не спускается, там может и по ногам нормально уходит. Нет, ножки, говорю, ножки, ножки, ножки никуда не влезут. Немаловажную проблему. Поднимаемся на подъемнике. То ли это ребенок дошкольного возраста или взрослый. Нечаянно положит палец вот сюда, этот аппарат не остановится, он недоработан. По крайней мере, на это внимание не уделили, когда получали СТБ или там он прошел все сертификаты и тому подобное. Получается, вы должны подъехать, взять вот сюда, открыть ее, подтянуться, отъехать назад, заехать, ну, то бишь, как у вас это получится. Ой, извиняюсь. Ну, вообще она должна открыться перед вами. Да, она должна открыться, она не открывается. Получается никак. Есть возможность. Возьмите ключ.
вот сюда вот дотянуться, да, там простой квадратик. И он повернет. Любым. Поворачивайте вверх просто. Влево. Нет, да? Ну вот, видите? Получается, не одним ключом получается возможность открыть дверь. Хорошо. Так, чтобы она вот так была приоткрыта, вам, получается, нужно открыть. Заехать. Не надо, я помогу. Нет, да? Да подожди, что... Ну, спорный вопрос, на самом деле. Но есть возможность перевернуться, правильно? Есть. Значит, мы вам помогаем. Получается, вы заехали. Меня нету. Закройте, пожалуйста, дверь. Очень удобно. Неудобно. Тем самым дверь должна быть хорошо закрыта. Ну, пускай будет так, но я открою, потому что мы будем снимать, что мы в открытом состоянии, и вы едете. А не, не выедете? Блин, подстань ближе, да? Не, я... Не, да? Вот человек, который с ограниченными возможностями поднимается на лифт. С открытыми дверями. Большая вероятность упасть с него, так как эти двери... Это даже подъемник поднимается с открытыми дверями, и двери не закрываются сами. Все верно. Там закрыто. Да. Для того, чтобы открыть. Можно ключи. Я вам отдался. Находясь возле двери входной еще. Мы как туда мы сейчас. Да, спереди не закрыта дверь, она только прикрыта. Нельзя ключи. А это подбегает ребенок. Сережа, не тебя. Новую бутылку дай. Осторожно. Не, я шучу. Виртуально. Но тебе, по-моему, туда ничего не видно, если бы было. Все, спасибо.